привет, с вами Катя Беляева, и это неделя влогов, день 4. Я сейчас спешу в школу, потому что я опаздываю на русский. Ты что, опаздываешь? В общем... Произведение, которое... Жанр, которое... Фиделия. Фиделия. Это не рассказ, не сказка, а Фиделия. Сейчас мы еще... Если кто-то не читать умеет, то он сможет перебороть все трудности. Посмотрите. Криков бегут по горе высокие люди с улыбкой обманной. Глазами, как... Короче, у нас сейчас была литра. Был тест. Мы, наверное, справились. Сейчас у нас будет математика. Мы занимаемся ерундой. Танцуем. Мы танцуем. А у нас носят всякие предметы нашего класса. Ладно, почему я это говорю? У меня уже появилось новогоднее настроение. Мы уже тут все вместе поставили новогодние обои с елочками. У меня кот. Сейчас я свое покажу. Ой, как я свое покажу. Ну, в общем, вы еще, наверное, видели, что у нас класс литературы украшен. Очень даже красивенько. Да, конечно. Я просто, когда хотела сказать, очень красивенько, я вставлю такую штучку, там, где типа снеговик вот так делает. Ну вот. Ставь лайк за новогоднее настроение. Кто мне нужен? Я не могу, я уже устала. Да? У нас кончилась математика, мы идем на ИЗО. Сегодня, как выяснилось, день обнимашек, так что давайте все обнимемся. Ладно, шучу, конечно, давайте. Путешествие четырех девочек. Чего? Последний урок географии остался. Мой любимый урок. Черепашка танцует. Наверное, у нас такая шуточка есть. Еще раз всем привет! Мы очень радостны, потому что все, пятница. И мы валим домой наконец. Выходные. Ну, мы будем завтра еще снимать видео. Но еще я пойду к Эле в гости сегодня, и мы что-нибудь еще прикольненькое снимем. Я покажу, можно сказать, свою комнату. Да, рум тур Элен, точно. Тур по моей комнате. Ой, не так классно. Ну, мы очень рады, что эта неделя закончилась. Ну, как бы, понятно же. Выходные нам не очень много задали, это хорошо, так что у нас будет возможность много чего-нибудь поснимать. Да, может быть, какой-нибудь даже вайн? Да. Ну, в общем, всем пока-пока, ждите завтрашнего влога. В общем, и вайн. В общем, всем пока-пока, ждите завтрашнего влога. Всем пока-пока, ждите завтрашнего влога, 5-го, ну и еще плюс какие-то видео, ну да. Так что всем пока-пока.
И ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И на группу, да, и всем пока-пока.